давал возможность тебе обогнать. Мощей не хватает. Тогда не сиди на заднице. Всегда будет стоять на встаю между народной правой, с Израилем, ООН, на мировой.
канале. Yeah.
там наш дворик, блин. Не знаю, в коридорчике поболтать, анекдотики. Знаю.
26 декабря. Я просто это помню, этот день вместе на всю жизнь. Я была полностью уверена, что 27 декабря я уйду окончательно со сцены, то есть это будет... Ну, такой провал, у нас уже закончится, ну, вернусь от Псков, я строилась уже там такие планы, мы еще достаточно рационально. Почему? Тебе звонят, ты понимаете, а это нельзя, это обманчиво.
Актера Кипера Сазерленда, прямо как ее героиня из...